Литературно-музыкальную композицию «Высокое разрешение» по стихотворениям Веры Полосковой представила старшая группа детского музыкального театра «Колесо». Дети через стихи молодой поэтессы Веры Полосковой размышляли о простых, но самых главных вещах в жизни – свободе, любви, дружбе, понимании и вере. Время меняет интересы, взгляды на жизнь, привычки, и это неизбежно. В настоящее время поэзия отошла на задний план, потеряла свою актуальность литература. Ведь ни для кого не секрет, что сейчас большая часть молодежи проводит все свое свободное время на просторах интернета. Люди перестали читать книги, а вместе с этим и интересоваться поэзией. Такой работой мы еще никогда не занимались. Это литературный вечер. По стихотворениям Веры Полосковой. Это сложное стихосложение. Я знаю не понаслышке, что такого рода литература, она, помимо того, что тяжело читается, она еще достаточно сложно воспринимается тем людям, которые не увлекаются литературой в принципе. Поэтому, помимо того, что мы хотели сделать для зрителя хороший, приятный вечер, мы еще хотели приучить своих детей к хорошей литературе, потому что, насколько вы знаете, Вера Полоскова – это современная поэтесса, и она является, ну, как она сама себя называет, ученицей Бродского. Мы все знаем работу Иосифа Бродского, это очень сложный материал, но, тем не менее, сегодня, я думаю, получилось то, к чему мы стремились. В камерной обстановке ребята из старшей группы детского музыкального театра «Колесо» смогли установить контакт со зрителем, отмечают педагоги. Хотя задача стояла непростая, так как это первый опыт приобщения к такому материалу молодых актеров театра. Над постановкой работать было достаточно непросто, потому что очень глубокий материал. У нас дети разного немного возраста, и не каждый изначально чувствовал в себе уверенность в том, что они этот материал осилят. Но спустя несколько прогонов, я думаю, что у нас все получилось. Мы открыли, мне кажется, для них новую страницу для творчества, как театрального, так и хореографического. И думаю, что они прочитают еще какие-то произведения Веры Полосковой и найдут для себя еще что-то новое. Как зритель я довольна. Я прочувствовала, на некоторых произведениях я действительно плакала по-настоящему. И думаю, что наши артисты целиком и полностью справились со своей задачей, которую мы перед ними поставили. Я довольна проделанной работой. Нестандартная поэзия Веры Полосковой кажется очень проникновенной, глубокой и серьезной. Каждая строчка наталкивает читателя на определенные размышления, воспоминания и эмоции. Пишет поэтесса в основном о любви, на тему, которую затрагивают в своем творчестве все авторы, но каждый преподносит ее по-своему. Мне очень понравилось, у нее такие душевные, и ну, мне очень понравилось ее произведение. В некоторых ее произведениях я чувствовала, ну, похожие события, и поэтому я вживалась и, ну, как бы передавала эмоции, которые у меня внутри. Наши композиции основной частью были произведения Веры Полосковой. Также там было произведение Блока, и вот мне оно больше всего понравилось. Оно больше меня затронуло. Постановка действительно получилась неординарная, яркая и чувственная. Необычный стиль и умение говорить о простых вещах приобретает совершенно новую окраску. Творчество изобилует богатейшим кругозором и словарным запасом. Всем тем, чего на сегодняшний день так не хватает молодому поколению.